Добрый день, я не могу нажать на кнопку «Разместить предложение». Так, а что у вас происходит? Ничего не происходит, не кликабельна кнопка в принципе. Не кликабельна? Угу. Так, а под кем вы участвуете? Под собой? Под собой, конечно. Василий Сергеевич. Да, да. Сейчас подождать, пожалуйста. По красноармейской тем временем 3 минуты до окончания подачи предложений. Максим, я думаю, что это, возможно, из-за браузера происходит, потому что я в другом браузере это делаю параллельно. Возможно, площадка не поддерживает параллельные сессии. Вот. Так что, если 3 минуты отторгуются как бы красноармейской, я перейду на... Смотрите, у вас сейчас... Я сейчас на одном аукционе через Explorer сижу. А второй, получается, у меня аукцион, это конкурс по Гороховой. Я там через Google Chrome сижу. В Google Chrome, да? То есть давайте попробуем обновить страничку, выйдите из личного кабинета, там время, по-моему, у вас еще есть до 12 часов. Да, 22 минуты. Выйдите с личного кабинета, авторизуйтесь повторно в Google Chrome. Желательно все это делать в одном вообще в браузере, чтобы не было. Ну да ладно. Так, может, выйдем в красноармейский браузер? Сейчас, секунду. Максим, да? Давайте там на красноармейский выйдем из браузера, да там дойдем, чтобы в одном быть. Угу. Я думаю, что сейчас попробуем. Если не получится, то, скорее всего, да, так и сделаем. Потому что, ну а что, у нас там уже интересов нету, по сути. Да. Вот. Время пока позволяет. Перезашел, нажимаю на кнопку «Разместить предложение», ничего не происходит. Поэтому я думаю, что я пойду на Explorer. Да, наверное? Попробуйте на Explorer. Она у вас также серым горит, не кликабельная кнопка? Так нет. Почему? Не серым, она таким синим. Но, по идее, должно окно всплыть. Вы ввели сумму предложения? Что? Сумму предложения ввели? Нет, мне некуда ввести ее. Там вкладку должна быть ценовое предложение. Нету этой вкладки. Ну а что вы видите сейчас? Я вижу стандартную карточку лота, когда так. Заходишь на площадку лот онлайн. И, соответственно, там с правой стороны такой билет номер мой. Так, да. Начальная цена, отклоненные участники. И кнопка «Разместить предложение» синеньким горит, подчеркнуто. Да, вы на нее нажали. Я на нее нажимаю, и ничего не происходит. Ctrl-Shift-Delete нажмите, пожалуйста. Ctrl-Shift-Delete. Да. Очистить историю браузера за 24 часа. Угу. Удалить. Ctrl F5. Сейчас.
Ой, что-то он подзадумался. Давайте я, наверное, прям его закрою и просто перейду на Explorer. Как вы считаете? Попробуйте на Explorer, да. Угу. А вообще у вас сайт поддерживает, да, параллельные сессии с разных браузеров, если один Да. пользователь? Угу. О, а тут работает. Супер. Все, вопрос снят. Спасибо вам большое. Угу. Уф, я даже переживать начал. Нормально, да, работает? Да. Все, я вижу окно подачи предложения. Тут будет, по сути, разовая подача. Мы вносим ту сумму, которую мы с вами ранее согласовали. Так, еще раз проверяем циферки. Угу. Все. Заявка. Да, заявку отправил, ценовое предложение отправил. Uh-huh. Сейчас жду, когда мне площадка подтверждение даст. Все, площадка мне показывает, что мое предложение подписано. Сейчас я его заскриншотю. Все, по конкурсу мы подали. Хорошо, хорошо. Ну, теперь ждем, что там у нас получится. Угу. Так, вернулся я на Красноармейскую. Тем временем у нас 2 минуты до окончания подачи текущего предложения. Ставка текущая 2 миллиона 166 тысяч рублей. Да, и, конечно, это 13-й номер.
Появилась также, кстати говоря, 11-я и 21-я заявка. Ага, интересно как. Да, то есть